Накануне прошло вручение УАЗа в 5 районным центрам социальной помощи – Байтайги, Барон Хемчика, Каахема, Тоджи и Эрзина. Специально для этих районов были выбраны так называемые «буханочки». Они хоть и суровые в плане комфорта, зато пройдут там, где никакая другая машина не сможет. И в содержании недорогие, что для села немаловажно. Использоваться машины будут по бригадному принципу, чтобы разных профилей специалисты в экипаже были и как можно больше пользы несли своим подопечным. Росавиация включила прямой авиарейс Кызыл-Москва в перечень субсидируемых. С 6 июня для льготников билет будет стоить 6100 рублей. Продаваться они будут пока только в авиакассах. Кейсы стыковые, то есть из Кызыла через Москву можно на этом же самолете улететь в Анапу. Это по четвергам и пятницам. Точно так же обратно. В воскресенье и понедельник на рейсе из Кызыла через аэропорт Жуковский в Москве можно добраться до Симферополя. Это специально на сезон отпусков. Тем временем правительство региона работает над открытием еще одного прямого рейса Кызыл-Санкт-Петербург с такими же субсидированными билетами. Отмечается, что правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться следующие категории граждан России: в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида и инвалида с детства второй или третьей группы, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке установленном нормативными правовыми актами субъектов страны. В преддверии Дня защиты детей компания МТС подарила детям настоящий праздник. В рамках федерального волонтерского проекта «За гранью тишины» сотрудники компании организовали бесплатный показ спектакля «Дети в интернете». Они в интересной форме рассказали юным гражданам о возможностях и правилах поведения в сети интернет. Помимо театрализованной пьесы, волонтеры в лице сотрудников компании устроили различные игры и конкурсы с участием детей, а также научили их аквагриму и модулированию воздушных шаров. Чтобы донести полезную информацию до детей, мы выбрали самый удобный для восприятия формат и сегодня показали детям обучающую театральную постановку о правилах проведения в интернете. Кроме того, мы стремимся создать равные возможности для всех ребят и пригласили на спектакль детей с ограничениями по здоровью, потому что приобщаться к миру театрального искусства может каждый ребенок. Более 100 детей из социальных центров с ограниченными возможностями здоровья и детских домов получили массу положительных эмоций, новые знания и просто весело провели этот день. Для юных спортсменов и болельщиков 1 июня на стадионе «Хурэш» состоится детский фестиваль национальной борьбы «Хурэш». 1 июня в городе Кызыле основные праздничные мероприятия пройдут сразу одновременно на трех площадках. В Национальном парке культуры и отдыха, на площади Арата и в молодежном парке. Мероприятия праздника детства пройдут для детей ЛДО, первая остановка, 1 июня в 11 часов. Ребята будут состязаться в футбольном матче и 4 июня в 12 часов смогут принять участие в развлекательно-игровой программе. Ребятам с дач правого берега остановка «Звероферма». 2 июня в 15 часов предлагается праздничная развлекательная игровая программа. Детворец микрорайона «Башня», детская площадка напротив медицинского колледжа. 31 мая в 16 часов предлагается поучаствовать в культурно-развлекательной программе, а 1 июня в 11 часов помериться в ловкости и силе в спортивных соревнованиях. С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга. Национальный роуминг применялся, когда россияне переезжали в регион, где их операторы не работали. Тогда их подключали к местным компаниям, за что надо было платить. Такая ситуация в последнее время оставалась характерной для Крыма. Внутрисетевой роуминг делал звонки дороже, как только человек выезжал из региона, где зарегистрирована его сим-карта, даже если там работал его оператор. В принципе, ведущие компании оба роуминга уже начали отменять раньше. Также с 1
июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Теперь, если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств урегулированием споров по ОСАГО будет заниматься финансово уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, финансовый омбудсмен в сфере страхования. На эту должность Совет директоров Банка России назначили Виктора Климова. Он приступил к своим обязанностям 9 января. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 6 копеек, евро 72 рубля 42 копейки. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Накануне около 11 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в здании по улице Чельдум, 40 заложено взрывное устройство. Здание статуправления. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. На место происшествия были направлены наряды комплексных сил полиции. По прибытию было произведено эвакуирование сотрудников предприятия. Было эвакуировано 71 человек. Было организовано перекрытие дорожного движения по улицам, прилегающим к зданию. В ходе проведения специальных проверочных мероприятий взрывного устройства обнаружено не было. В дальнейшем на месте происшествия отработала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится следственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Всего было эвакуировано более 70 человек. При обследовании здания взрывное устройство и другие взрывоопасные предметы не обнаружены. Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, которая в 2018 году была ужесточена и наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, либо лишением свободы от 1 года до 10 лет. В Уфе завершился 7-й международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». На сцене Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури прошла торжественная церемония награждения победителей. Главный приз остался в Башкортостане. Лучшим спектаклем назван «Таганок» по повести Мустая Карима Башкирского драматического театра. Приз «Лучший музыкальный спектакль» был вручен спектаклю «Чадаган» Национального музыкального драматического театра Тувы. Напомним, что 7-й международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» прошел в Уфе с 23 по 30 мая. В 2019 году фестиваль был посвящен Году театра в России, столетию со дня образования Республики Башкортостан и вековому юбилею Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури. В столице республики выступили ведущие театральные коллективы из 5 стран и 6 регионов России: Башкортостана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Тывы, Крыма, Хакасии, Турции, Алтая и Гагаузии. В течение недели на уфимских сценах показали 13 спектаклей
спектаклей, победителей выбирал экспертный совет под председательством художественного руководителя театра Российской армии, режиссера театрального педагога, актера народного артиста России Бориса Морозова. По республике облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, возможно, гроза. Днем небольшие, местами умеренные и сильные дожди. Грозы, град. В Кызыле облачно с прояснениями. Небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный. 5-10 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный. От 5 до 10 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Днем порывы от 19 до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11. Плюс 13 градусов, днем плюс 22, плюс 24 градуса. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.